Поздоровайся. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня папа привез... Вкусняшку. Вкусняшку мне. Ножки. Ровненько сядьте. Мне папа еще сказал котенка взять. Да, потому что вы будете есть пончик, сделанный из пряника. Пробовать. Вау. Вау. Угу. Нравятся тебе пончики из пряника? Угу. Ну давай, открывай. Будешь тестить, да? Угу. Да разрывай уже. Пряничные пончики. Печки-лавочки, да? Печки-лавочки-огоньки. Помочь? Да. Все, бери. Стрик-зм. Открывай. Мы уже тут всем не терпится узнать, какие они, вкусные или нет. Ну-ка, покажи нам один. Вкусненький? Еще нет. Правда из пряника сделанные? Угу. Пончики из пряника? И скоро начнут делать пончики из колбасы. Что, нравится? Угу. С чем порекомендуете такое вкуснотеящество? Думаю, с чаем. А еще? Као? Какао. С чем? С какао. С молоком. Будешь такие пончики есть? Uh-huh. А бабушку будешь угощать? Ты же добрая девочка. Uh-huh. Пойдем, бабушку угостишь, пойдем. Ага, и пить будем семейный чай. Семейное чаепитие. Uh-huh. Да? Да. Хорошо, договорились. Смотрите, как это тянется. Тебе упаковка, наверное, интереснее, чем пончики. Нет. Нет? Просто здесь так... Пакет такой, будто он тянется слишком. Ну все, давай, прощайся. До свидания, мои дорогие зрители. Ты хоть повернись к зрителям. Помаши. До свидания. Пойдем чай пить. Угу. Все, пока-пока. Ну что ты? Сказку. Она превратила его в чай ты какой хотела? Она замок и всех его обитателей наложила могущество. Чай с молоком? Ведя своего уроки заводита, чудовище спряталось Пейте. В замке. Ешьте. Единственным во внешний мир для него стало волшебное. Как вам суперпончик? Роза, которую ему предлагала колдунья, оказалась волшебной. Пончик, ты ж хоть откуси. До того дня, когда ему исполнится 21 да. год. Если он встретит девушку, твои любимые пончики. Друг друга, прежде чем опадет, сказка интереснее. Листок розы, чары рассеются. Если нет, а такой чай кто пьет? Чудовищем. Такой чай будет с Снегурочки. И ты? Угу. Молодец. Ты же у нас будущая Снегурочка. Когда-нибудь.